Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – звичайно, різдвяні свята. Адже саме зараз тривають різдвяні святки. Люди славлять народженого Христа. І ми, звичайно, теж будемо славити Христа народженого. А нам допоможуть наші сьогоднішні гості. Адже сьогодні, саме зараз, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» у нас в гостях регент хору Свято-Никольського храму Лівон Мірзаян і його хор. Лівон, здравствуйте. Извините, немножечко я так волнуюсь, потому что много людей. И очень здорово, что, друзья мои, мы сейчас будем славить рожденного Христа, потому что продолжается Рождество. Лёва, очень... Это старинный обычай славить рожденного Христа. И поют песнопения, поют колядки. Будь добр, почему так долго, как ты думаешь, ну не то, что долго, а почему длятся святки почти больше недели, да? Не длятся вплоть до крещения. До крещения, то есть 7 января до крещения, до 19 января. И все это время люди славят Христа рожденного и поют колядки. Что значит колядки поют? Прежде всего, колядки – это песнопение не духовного характера, но на духовную тематику. То есть это народное творчество. Первоначально были рождественские песнопения, то есть в храмах исполнялись произведения духовного характера, это тропари, кандаки, празднику посвященные Рождеству там, или любому другому. В данном случае Рождеству мы говорим. И потом уже как народное творчество, народ стал использовать, он любит эти праздники и сочинял, стал песни на эту тематику Рождества воплощенного Сына Божия. И самое интересное, что колядок тоже очень много, потому что народное творчество, друзья мои, оно безгранично, оно безмерно, оно безмежно, потому что люди очень-очень у нас талантливые. Правда ли он? Да, совершенно верно. Я тоже для себя недавно открыл, несколько лет назад. Я думал, колядки, ну это в основном, так сказать, наше славянское творчество. Оказывается, нет, есть греческие колядки, есть ливанские колядки, есть грузинские, есть... В общем, я сербский, да, совершенно верно. То есть множество народов, как бы, тоже поют в этом жанре, жанре колядок. То есть у каждого православного народа, независимо от его национальности, есть свои колядки. Творчество народное, да. Друзья мои, и вот понимаете, в прямой эфир телеканала «Николаев» пришли сегодня хористы. Каждый из них очень, конечно, занят, каждый из них работает, но для того, чтобы прославить Христа, для того, чтобы принести и вам радость. Эти замечательные ребята пришли, и я думаю, сейчас споют на радость вам и всем нам. Лівон, споете? Будьте добры. Спасибо. Рождество Христово весь мир празднует, Царя рожденного и мы витаймо, и скакаймо рожденного, выхваляймо Вифлеем и Юдейским. Пришли до шопы аж понынятко, Мати Мария, ще святе дитятко, Коло ясел, святий Йосип, обережком сина носить, Коло ясел, Вифлеєм і Юдейським. Рождество Христово весь мир празднує, Царя рожденого і ми вітаймо, І скакаймо рожденого, вихваляймо Вифлеєм і Юдейським. Такая прозвучала замечательная колядка, в которой поется, что Рождество Христово весь мир празднует. Лівон, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть у нас еще один замечательный православный праздник, и он тоже очень торжественный, это Пасха, это воскресение Христово, но на Пасху
не поют колядок, а поют именно на Рождество. Как вы думаете, почему? Я не знаю, почему. Я думаю, что вот, говорится, что Рождество Христово – это семейный, это как бы праздник, это понятно, что это Рождество Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но народ почему-то вот полюбил своими песнопениями, он прославил Рождество Христово. Есть множество песнопений, посвященных всем праздникам, в том числе и первому празднику праздников – это Пасхи, да, Воскресению Христову. Да, но мы видим, есть определенное творчество, тоже посвященное пасхальной тематике, но это называется уже по-другому, то есть это не колядки, конечно. Колядки только Рождеству. Мне кажется, знаете еще почему? Потому что на Рождество, друзья мои, мы все становимся немножко детьми. Это такой детский праздник, когда рождается младенец Христос, и мы рождаемся тоже, и наши дети, и хочется дарить подарки и делиться этой радостью. Потому что говорят, что не только принимать, но когда делишься, то получаешь больше, чем даешь. Да, совершенно верно. А почему так? Наоборот, вот давайте мне, я беру, и все больше и больше. А в духовной жизни получается, чем больше ты даешь, тем больше ты и получаешь. Да. Тем больше ты приобретаешь, да. Как так? Какой-то странный парадокс. Потому что мы даем подчас нечто вещественное, материальное, а получаем несравненно большую. Мы получаем внутреннее благоустройство, благорасположение, духовную радость, и она наполняет человека и того, кому был дан, сделан подарок в данном случае, и кто сам подарил несравненно большим духовной радостью. Вот что интересно, Ливон, вы знаете, я заметила, что, я думаю, что и телезрители согласятся, что мы живем в непростые времена, сложно сейчас. Но, как выясняется, если почитать и светскую литературу, и духовную литературу, то времена всегда были сложные, а Христос родился вообще можно так сказать, что во мраке, и родился для того, чтобы осветить весь мир и спасти. То есть ссылаться на то, что у меня плохое настроение, потому что такая жизнь, это, наверное, не совсем правильно, как вы полагаете, Леон? Жизнь, она во все времена была непростой. И в те моменты, когда было якобы временное затишье, оказывалось впоследствии, что это затишье даже служило неким духовным развалом для душ многих людей. Именно в те времена, когда народу наиболее тяжело, тогда он сплачивается, тогда он молится, тогда он духовно и душевно возрастает. Друзья мои, и как бы сложно ни было, сейчас я предлагаю вам сплотиться, потому что звучат песнопения, которые славят рожденного Христа. Ливон, будьте добры. Пречистая цела родила, ой, так рано. Ой, рано-раненько, радуйся, земленько, Христос родився. Ой, рано-раненько, радуйся, земленько, Христос родився. За звіздою йдуть покорі три славні царі. Три славні царі приносять дари Христу в офіру. Три славні царі приносять дари Христу в офіру. Ми разом Ісусу дитині поклін віддаймо. Поклін всі віддаймо, Його прославляймо щирим серцем та чистим. Поклін всі віддаймо, Його прославляймо щирим серцем та чистим. Mm-hmm.
что наши телезрители сейчас оценили этот мужской состав, потому что, Левон, мне как женщине интересно, женский хор ни в коем случае не умаляется достоинство женского хора, но по восприятию он звучит как по горизонтали, а мужской хор – это вертикаль, которая соединяет землю с небесами. Ну, я понимаю, что мужчины, конечно, они больше, чем женщины, но и все-таки почему так? Вот когда поет мужской состав, это что-то потрясающее. Ну, по своему опыту я скажу, что мне тоже по душе больше нравится мужское пение, монастырское пение, там, где лаврское пение, то есть там, где большие составы, огромные составы мужских голосов, сливаясь воедино, поют песнь Христу Богу. Но я не стану умолять ни женских хоров, ни смешанных, то есть мне приходится работать постоянно в смешанном составе тоже хора. У нас на улице Фалеевской в храме святителя Николая там есть и смешанный хор, который поет праздничные службы, и мужской хор, который будет продолжать петь по субботам в ради литургии. Есть такое понятие, что в мужском коллективе есть обертона, которые иной раз не слышны, то есть это уже немножечко тонкое понятие, обертона звуков, которые не слышны нашим основным слухом, они где-то могут догадываться, и вот где-то так тонко можно все это прочувствовать. В смешанном хоре может быть немножко меньше, но я вам скажу, что я бы не стал разделять эти понятия. Во-первых, кому-то они могут быть обидными, неприятными, как бы у каждого свое амплуа, у каждого свое творчество. Кто-то поет в женском составе, кто-то поет в смешанном, кто поет в мужском составе. И то, и другое, все, если это делается во славу Божью, если это делается на благо церкви, делается на благо человеческой души, все это приветствуется. Да, конечно, мы ни в коем случае не будем умолять наших милых женщин, потому что действительно и женский хор – это совершенно потрясающее, совершенно удивительное звучание. Но сегодня, друзья мои, у нас мужской хор, который славит рожденного Христа. И я думаю, что мы будем использовать наше эфирное время для того, чтобы звучали эти дивные совершенно песнопения. Левон, будьте добры. Спасибо. Будь предвечный, народися, пришел в Пресе из небес, что спасти людцви весь. Пришел обнести с небес, що спасти людцві весь і утішися. Вифлееми народися, Месія Христос наш, і спас наш для всіх нас. Нам народися, Месія Христос наш, і спас наш для всіх нас, нам народися. Слава Богу, заспіваймо, честю Божому і Богу нашому, поклікайдаймо, честю Знаете, что интересно? Такие замечательные песнопения, такие замечательные колядки, но много лет Рождество было вычеркнуто из жизни людей нашей страны. Но тем не менее, вот запретить можно, а уничтожить нельзя. Эти песнопения, эти колядки, они жили где-то в глубине души народа. Ведь это очень старинные песнопения, да, Левон? Да, я думаю, что многие песнопения очень старинные. Но то, что мы сейчас поем, это уже тоже как бы, я не могу сказать, когда это, потому что все это народное, то есть кто-то сочинил изначально какие-то были тексты, мелодия могла видоизменяться,
где-то больше, где-то меньше. Вот, потому что множество порядок, которые имеют очень близко похожий текст, они имеют различную мелодическую структуру, мелодическую линию. Ну, наверное, это все-таки 18-19 века, да, может быть, начало 20-го. Я даже, ну, как бы точную дату назвать это невозможно, потому что это народ сочинял. Возможно, что было и до этого, но это было все в устной традиции. То есть, когда она уже стала записываться на ноты, слова, когда это все стало издаваться уже в какой-то литературе, это уже стало гораздо позднее. То есть передается эта любовь, это творчество, оно передается из уст в уста, из сердца в сердце. Да, я так сказал. И, как видите, друзья мои, какие бы веяния ни были, но невозможно уничтожить то, что у народа в сердце. Тогда нужно уничтожать только вместе с народом. А так это так глубоко и это так лично, мне кажется, для каждого человека. Да, наверное, так оно и есть. И поэтому сегодня, когда мы имеем возможность слушать и имеем возможность петь, я думаю, мы должны обязательно использовать эту возможность. Левон, будьте добры. Очень тихо. Ночь тихо над Палестиной. Ночная мгла, скрылась ночная мгла. Вихри теми утомленной, все погасли огоньки. Mm-hmm.
такая совершенно замечательная и удивительная, но очень печальная немножечко песня. По словам ангела, я пришел с великой тайной вам возрадовать сердца. Такие дивные слова, но они почему-то очень грустные. И заканчивается это песнопение «Сам себя я в жертву дал». То есть Господь принес, воплотившись. То есть чудо Рождества Христова, оно неразрывно связано с главным спасительным действием, которое ради нас совершил Господь Иисус Христос. То, ради чего Он пришел, то, ради чего Он воплотился, это крест Христов и Его смерть и, конечно же, воскресение. Это основа нашего спасения, нашей веры, нашего упования. Чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Да, быть верующим человеком – это не так уж просто, потому что верующий человек понимает, что многими скорбями подобает внить в Царствие Божие. Так говорится в Святом Писании. А сегодня, дорогие телезрители, мы еще по православному календарю совершаем память дивного угодника Божия, святого преподобного Серафима Саровского. И его главные слова и обращения к людям всегда были «Радость моя» и «Христос воскрес». Лёва, и преподобный Серафим Саровский учил людей любить. Сегодня много говорится о любви. Но как вы полагаете, любовь в первую очередь? Серафим Саровский говорил, что любовь – это жертвенность. Что значит жертвенность любви? Любовь – это отдача себя другому или другим. А это и есть жертва. То есть человек, жертвуя собой, нет той любви, больше той любви, как если кто душу свою не положит за ближнего своего. Это сказал нам Господь Иисус Христос. То есть в этом Он положил основу, наибольший стержень понятия и смысла любви. То есть любовь должна быть жертвенной. Любите так, как возлюбил вас я. А как Он нас возлюбил? До креста. В этом основа. То, чему каждый человек должен стремиться и уповать на то, что пускай в нашей обычной повседневной жизни мы должны кусочку этой любви доносить до каждого ближайшего нам ближнего. То есть пускай кто-то словом, кто-то молитвой, воздыханием о нем. Это тоже акт нашей любви к ближнему. Да, и не как я хочу, друзья мои, а как угодно Богу, и как смиренно приняла волю Божью Пресвятая Дева Богородица, которая и родила Христа Бога. Ливон, у нас есть еще время, и мне кажется, что... Мы в заключение исполним кандак к Рождеству Христову. Это кандак посвящен Божьей Матери, Пресвятой нашей Богородице Деве Марии. Будьте добры, Ливон. Земля.
прозвучал этот кондакт. Это не колядка, это именно церковное песнопение, исполненное... Церковный гимн. Гимн. Да. Он исполнен радости и торжества. Вот как-то, друзья мои, вот на этой радостной, торжественной ноте мы заканчиваем наш эфир, потому что время нашего прямого эфира уже подошло к концу. У нас сегодня в гостях был Левон Мирзоян, регент Свято-Никольского храма города Николаева, и его хористы. Парни, спасибо вам большое, что, несмотря ни на что, вы приехали к нам в студию. Друзі, і хай світло Віфлеємської зірки осяює ваші серця і душі завжди, не зважаючи ні на що. Це була розмова на тему. На все добре.